Можно сказать, топчемся на месте. Ежесуточная статистика по заболеваемости коронавирусом во Владимирской области застыла на второй половине седьмого десятка. На утро пятницы у нас 67 новых заболевших, на 2 меньше, чем в четверг. Общее количество зараженных сейчас составляет 30 117. В лидерах ежесуточного прироста Владимир, плюс 18 заболевших. На втором месте Гусь-Хрустальный и Муром, по 7 новых ковид-носителей. На третьем месте Ковров и Александров, по 5 новых заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир – 6886 случаев, Гусь-Хрустальный – 3719, Муром – 3339, Ковров – 2147, Александров – 1867, Петушки – 1734, Юрьев-Польский – 1311, Кольчугино – 1271, Вязники – 1225, Суздаль – 1115 случаев. В остальных районах количество заболевших еще не превысило рубеж в 1000 человек. Летальных исходов 4 – это много, учитывая, что последние двое суток у нас вообще никто не умирал. Общая смертность от новой заразы теперь составляет 1001 человек. Зато выздоровевших на 11 больше, чем заболевших – 78 против 67. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 27 тысяч 186.